саженцы лоха серебристого вырастают в неприхотливый в уходе и красивый кустарник. Если обеспечить хороший доступ света и дополнительно удобрять, то высота кроны достигает 4 метров. На побегах имеются колючки, а листва оснащена чешуйчатой структурой. Плодоносить кустарник начнет через 6 лет с момента посадки, на побегах появятся шаровидные ягоды диаметром не больше 1 см, темно-синего оттенка. Его можно употреблять в пищу. Хорошо выносит засуху и сильные морозы, до минус 40 градусов. Нуждается в большом количестве солнечного света, поэтому рекомендуется высаживать на хорошо освещенных участках сада. Лох серебристый – это многолетнее растение высотой 400 см. Дерево лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 500 см в диаметре. Лох прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Расцветает лох серебристый в месяц июль-июнь. Цветы имеют сильный аромат. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Весенняя окраска листочков серебристо-белой, летом листва серебристо-белой, осенью листва серебристо-белой. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.